Вы смотрите видео об отеле Смета на Весыхрад. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Смета на Весыхрад расположен в стране Чехия в регионе Карловы Вары и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. В живописном зеленом уголке Карловых Вар напротив Русской Православной Церкви, у подножия гор. Состоит из двух зданий, соединенных переходом. Удобное расположение, близко к источникам, рядом – лесопарковая зона с туристическими тропинками. Большой выбор оздоровительных программ и спа-процедур. Обслуживание среднее, ресторан скромный. Для невзыскательных туристов. На территории отеля имеется бассейн, парковка бесплатно, обмен валюты, бесплатный Wi-Fi на ресепшн, прачечная, химчистка, обслуживание номеров, разрешается размещение с животными платно, трансфер. Ресторан отеля «Завтрак», шведский стол, обед и ужин по меню выбор из 4 блюд, международная кухня, вегетарианское и диетическое питание, 52 места. В номерах есть ванная комната с ванной или душем, фен, туалет, телефон, холодильник с мини-баром, место для хранения вещей, туалетный столик, телевизор спутниковая, ТВ, российские каналы, сейф, халаты, тапочки, возможно, дополнительная кровать. Номерной фонд отеля состоит из 42 номера стандарт-рум, 15-19 квадратных метров, одноместные и двухместные номера, балкон и вид на сад в некоторых номерах, суит стандарт, 25 квадратных метров, спальня с двуспальной кроватью, гостиная с диваном-кроватью, кофейным столиком, два креслами, суит люкс, 32 квадратных метра, балкон, вид на сад, спальня с двуспальной кроватью, гостиная с обеденным столом, диваном-кроватью, кофейным столиком и креслами, фэмили суит, балкон, вид на сад, два комнаты, соединенные коридором, два ванные комнаты. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть сауна 4 места, платно, солярий платно, прокат велосипедов. Для детей есть детская кровать по запросу, лечения детей старше 12 лет, по договоренности возможно лечение детей младшего возраста. Год постройки гостиницы – 1890. Год, когда был сделан последний ремонт – 1993. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.